В Одинцовском городском округе планируют запустить проект «Умная платежка» для клиентов «Мособлйирц». С его помощью можно онлайн и без комиссии оплатить все жилищно-коммунальные услуги. Проект позволяет быстро и досконально разобраться, сколько за что и кому житель должен заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Онлайн-сервис будет доступен на сайте «Мособлйирц» в личном кабинете или в мобильном приложении.